Итак, бонусная игра из тени. Когда темная сторона души бога теней была уничтожена, он снова стал самим собой, тем, кто зажигал свечи в городе. Он больше не чувствовал себя пустой оболочкой. Богиня Солнца и богиня Луны обрели свободу, а богиня Дева и бог теней наконец-то встретились после долгих веков разлуки. Аннабен снова стал мирным и тихим городом. Странная болезнь исчезла, как будто ее и не было. Герцог и герцогиня остались править городом. Однако через некоторое время герцог и герцогиня исчезли. Никаких известий о них не было. Это оказалось странным. Так, ну тут настройки. Так. Detective, the Duke and Duchess have been missing for some time. People Detective, are beginning to worry. Герцога и герцогиню давно никто не видел. Жители начинают волноваться. They are the caretakers of Annabin. It's not like them to go away without telling anyone. Они правители Аннабена и не могут надолго покидать город. I have a bad feeling about this, but I'm too weak from the ritual. I need your help to find them. У меня плохое предчувствие, но я еще не восстановил силы после ритуала. Ты должна их найти. Так что я — это она. Нужно отправляться в дорогу. Кто знает, что с ними могло случиться? Кто его знает? Кто даже знает? Так, висячий замок. Вообще-то что-то скучновато. Я тут в настройках убрал звуки. Так, громкость эффектов. А!
скажем вот так. Дай громкость. Voice volume test. Голоса. Музыку отключил, потому что... Так. О, так вроде веселее. Так, к счастью, эти розы без отмечена хижина целителя. Может быть, я найду ее там, кого ее. Великий герцог Анабена, думаю, доктора и целители города недостойны лечить герцогиню. Я предлагаю вам обратиться к целителю Арне, который живет в хижине за рекой. Старый Арне просто творит чудеса, и он верный слуга повелителю Анабена. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем вашей жены. Поезжайте к Арне. С уважением, Д. Вот почему герцог с герцогиней уехали из города. Это было опасно, но герцогиня отважная женщина. Так, это неправильно. Тоже неправильно. А вот что правильно. Ой, первая мини-игра. Чтобы открыть сейф, расположите пронумерованные плитки на пути лабиринта в порядке их возрастания. Допустим, вот так.
Так, третий сюда. Четвертый. Так, понимаю, сюда. Ну, это, походу, легкая мини-игра. Нет. Да, так. Теперь. Да, нет. Нет. Опа. Так, что-то не то. Сюда нахер. Точно. Так, восьмой куда? Я не понял. Так, так, так. Не закончено. Нет. Четырнадцатый. Десятый. Сюда. Тринадцатый. Сюда. Что мы тут? Резной лист поимели. Или заимели. А это какое-то чароитовое украшение. Тихо, тут резной лист. Фигурка фермера. Так, похоже, что некоторые книги находятся не на своих местах. Так, а вот это у нас получается основа непередвигаемая, а под нее нужно подстраиваться.
кажется, да? Так, так, так. Давайте пропустим, решу. А нет. Так, хорошо, что теперь? Кто бы мог подумать? Маленькое окошко. Маленький щит. Это что оно все маленькое? Какой красивый балкон. Совсем не похожий на тот, который я видела в мире теней. Так, я не могу рисковать, пытаясь достать до кресла, иначе упаду вниз. Зачем же достать. Дорогая, я знаю, что ты любишь птиц и их чудесное пение. Прими это в знак моей вечной любви. А что?
так не достает пружины. Механический дятел. Так, походу где-то будет что-то, что надо будет клевать. Так, а вот здесь и фигурку фермера поставлю. Медальон колосья. Думаю, что смогу открыть этот замок без ключа. О, маленький щит. Идите по тропе через мост, затем через горную пещеру, и вы окажетесь на древней ритуальной земле. Древняя ритуальная земля никогда о такой не слышала. Проволочная щетка. Медальон колосья, деревянная роза. Ну вот тут, по-моему, где-то деревянная. Нет, это не деревянная роза. Теперь же надо другую. Поиск предметов. Давно не было. Вот это что-то, вот это как на свечу в движке автомобильном похоже. Так. Отмычка. Там я, по-моему, встречала где-то на балконе, что могу открыть без ключа.
Это какие-то щипчики. Ну и свечу зажигания осталось найти. Какая изящная отмычка. Герцогини и лазуритовое украшение. Еще одна мини-игра. Объединяйте в группы три или более одинаковых жетонов, чтобы убрать их с игрового поля. Цель — очистить игровое поле от всех жетонов. Так, а как же тут? Играть надо. Понятно. Так. Thank you.
понял. Интересно, а почему они заперли атриум? Что такое атриум? Вход, что ли? Сюда, по-моему, что-то надо вставить. Тут просто надо было щелкнуть. Рукоятка. Фигурка голубя. Возможно, герцогиня выбрали эту дорогу. Так, похоже, не хватает одной птичьей клетки. И где же она может быть? Новая задача. Отремонтируйте парусник и доберитесь до хижины. Не достает броши. Тут явно кованый череп. Так, теперь понятно, как им удалось украсть тень герцогини Елены. Она была первой жертвой. К дворцу герцога лучше всего добираться по воде. Мы построили секретный задний проход, поэтому тебе не составит труда проникнуть в палаты, пока хозяева спят. Я не хочу ожидать результата. Я имею в виду, что ее тень должна быть у меня сегодня вечером. Граф Леофрик. Окаменелая раковина. Так, к счастью, я сама смогу починить парус. Так, а что нам тут советуют? Осмотреть другое место. Ух ты! Давайте посмотрим, что найдется в кладовой. Коптерка. Тут много кое-чего.
найдется. А, это для клетки. Для птички клетка. Собираем, собираем. Еще на один шаг ближе к тому, чтобы найти их.
Подождите, кто это? Greetings, stranger. I'm Arn. People in these woods know me as the healer. Can I help you with something? Приветствую тебя, странница. Я Арн. Люди в этих лесах знают меня как целителя. Я могу тебе помочь. Oh, yes. The Duchess is getting her strength back, thanks to the healing power of the woods and my medicine. О да, целительные силы леса, несомненно, излечат болезнь герцогини. She and the Duke just went for a walk in the forest, behind the cave. You might catch them if you hurry. Герцогиня вместе с герцогом сейчас на прогулке. Ты можешь найти их в лесу. Замечательные новости. Я так рада, что она выздоравливает. Так, тут что-то забрать можно. Надо убрать грязь и посмотреть, что под ней было скрыто. А у нас тут есть щетка проволочная. О, кадуцей. Жезл Асклепия. Сначала рецепт. Понятно. Где Арне? Он же только что был здесь. Так, надо пораставливать места. Так, вот. Нажимайте на открытые двери, чтобы открыть другие двери. Или ряд дверей. Вам необходимо открыть центральную дверь. В нижнем ряду. Украшение замка или замка. Нужно что-то острое. Кусок мяса. Это совершенно не острое. Убедись, что никто ничего не подозревает. Я скоро вернусь. Каменная стрела. Интересно, это не острое что-нибудь? Нет. Погашенный факел. Ясно, что где-то нужно при первой возможности зажечь его. Вот каменная стрела. Это место для розы и ветров. Тот же
мельница целителя. А, ну это типа кофемолки. Или перечно-мутки, или, ну, в общем. В общем, вы меня поняли. Что-то надо будет намолоть серебристая душка. Вот. На древнюю ритуальную землю, ступай через руины и войди вглубь пещеры. Так, я возле руин. Значит, пещера должна быть где-то поблизости. Так, не достать. Что-то нужно придумать. Я на территории волков. Ага. Так, я не хочу стать его ужином. Надо факел зажечь. Так, а что ж? А, кусок мяса надо дать. Мясо. Так, тут надо изменить направление воды, тока. Так, новая задача. Да вот чувствую, факелом отогнать надо.
Так, это... Чего вы бояться? Дыма? Что надо тут сделать? Медалько откроет эту дверь. Получается незаконное проникновение. Oh, help me. О, помогите мне. Герцог настолько плохо себя чувствует, что едва может говорить. Что с ним случилось? Глава 10. Так, помочь герцогу Герману. Герману Герину. Так, нужно поместить сюда сердце. Полка и откроется. Так, а что ж нам советуют? Советуют, что другое место осмотреть. Так. Это чудо, что в хижине, расположенной так далеко от города, есть водопровод. Это точно чудо. Так, каменные щипцы. Камин в доме никогда не помешает. А что ж мне делать? А, факел зажечь. Подожди. Вот. А теперь этим факелом я смогу волка отогнать, да? Это я горячие угольки взял, а теперь мне еще что нужно? Ну вот это же достать. Так, ну, пока советую досмотреть другое место. Так, тут на берегу нужно чем-то острым вспороть подкладочку, украшенное сердце. А где мы видели сердце? Так, ну тут волка отогнать факелом. Какой-то странный человек пришел к моей хижине. У меня редко бывают гости, и он не интересовался ни травами, ни зельями. На следующее утро он появился снова, испуганный, и попросил помощи. Он сказал, что его друг лежит раненый в лесу, и оставил его в своей хижине, а сам отправился в путь. Надеюсь, я не опоздаю.
декоративный подсвечник, ключ от кладовой. Так, ну вот сердечко ж тут. Там, где полка и откроется. Вот. Нет подсвечника. А. Ручка, кольцо. Символ Луны. Герцог и герцогиня – благородные люди. Они не только мои постоянные покупатели. Нас связывают дружеские узы. Я подарил герцогине медальон феи. По легенде, он дает магическую защиту своему обладателю. Так вот как медальон оказался в герцогине. Она отдала его мне перед тем, как они с герцогом покинули Анабин. Так. А тут что-то ж еще в хижине. Незаконченное, да? Вот он. Выберите украшения в определенном порядке, так, чтобы на каждом украшении был мраморный шарик. Каждый раз, когда вы выбираете украшение, шарики передвигаются на одну позицию по часовой стрелке. Если вы выберете украшение, где уже есть шарик, он опустится. Так. Опять же. Что-то непонятно. Круто. Так, пропускаем.
Рецепт противоядия. На слабом огне. Когда отвар изменит цвет, противоядие будет готово. Так, во что-то нужно набрать. Так, вперед. На тебе. I feel better now, but I'm so weak. Please. Find my wife, I beg you. Теперь лучше, но какая-то слабость. Прошу, найди мою жену. Прошу тебя. Так, с Герцогом все будет хорошо. Ему нужно только немного прийти в себя. Но что за странный предмет он мне дал? Синий алмаз он дал. Вон оно как. Плитка воды и ветра. Сейчас нас собираем. Thank you.
Так, что дальше? А, плитка воды и ветра, и плитка огня и камня. Еще и алмаз синий. Должно быть, именно здесь можно попасть на древние ритуальные земли, о которых упоминалось в древней летописи. Thank goodness you're here, Detective. That thing pretending to be the healer trapped us. I don't know where Хорошо, my husband что is. Что ты здесь, детектив? Это существо, называющее себя целителем, поймало нас в ловушку. Я не знаю, где мой муж. We must stay quiet. Help me unlock these restraints, and I'll help you defeat those tricks. Нельзя терять хладнокровие. Сними с меня оковы, и я помогу одолеть этих предателей. Так, тут не достает частей. А ну-ка. Да нет, вроде бы как. Так, ладно. Нам советуют осмотреть другое место. Так, символ богини Солнца. А у нас такого нет. Магические оковы можно снять только символами их создателей. Вот луна. Ага. Так, ну, луна есть. А где ж солнце? Надо пошукать в другом месте. Так, сейчас щитом перекроем. Отлично. Пустой горшок. Это дымой, а это пчел. Гонять. Ясно. Значит, что нужно? Я еще думаю, чем же его заправить.
Вставал солнце. Поехали. Сейчас мы оковы снимем. Give me something sharp. Быстрее. Дай мне что-нибудь острое. Now take this crystal. I took it from the priestess when she wasn't looking. Возьми этот кристалл. Я забрала его у жрицы. It's the source of her powers. She plans to use it to take over the shadow world. Это источник ее силы. С помощью кристалла она хочет завладеть миром теней. Ее необходимо остановить. Так, нужно перерезать веревку. Так. Так, 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 а что ж? С символом солнца. Да нет. Вот как раз и острый ритуальный кинжал. Древний кристалл. Ой, ритуальный кинжал. Древний кристалл. На. Переместите ползунки на плитки соответствующего цвета.
тому времени, как сказочные детективы и герцогиня одержали победу над оборотнем Арне, Уида уже сбежала. Отыскать ее так и не смогли. К счастью, ее план под видом герцогини проникнуть в город Анабин не был осуществлен. Герцог и герцогиня благополучно вернулись в Анабин. Так что, вот это вот такая бонусная игра. Это неинтересно. Ладно, давайте бонусный контент. Так, бонусный контент. Так, ну, начнем с сувениры. То есть я еще ни одного сувенира не нашел. Так, водопад. Вот такой сувенирчик, да? Ну вот он. Здесь такой сувенир.
Собраны все сувениры. Это надо сфотать. Так, и что ж теперь? Так, ну мне понятно музыка. Понятно можно. Так, а вот притч. Что-то я ничего не насобирал по ходу игры. Так. Ну и где же тут? Вот притчи прятаться. Вот тут. Но все лучше.
Да, я дико удивляюсь. Вот это и есть вот морфинг-объект. Я понял теперь, что и тут были морфинг-объекты, но я-то их не искал специально. Так, а что тут такое исчезающее? Это вот теперь бонусная эра, которую мы сейчас с вами прошли. Что же тут из разряда морфинга объект? Так, знаешь что? Ну, коллекция. А что интересно, в коллекцию надо было собирать. Сейчас посмотрим. Совет, пусть подскажет.
хорошо. Такие вот факела. Понятно, это на каждой локации надо было находить вот эту звездюлину мелкую и запаливать свечку. Ой. Так, а тут что? Кстати, когда на YouTube загружаешь вот этой именно серии 13-й, зафиксированной среди роботов нету. Ну то есть, когда набираешь название игры при загрузке, выпадает такой список тех игр, которые, ну, запомнены. Вот этой нету в этом списке. Все остальные из серии Dark Parables имеются. А вот именно 13-е нет. Так, где тут?
Засыпаю просто.
Берегу реки-то, где под дождем можно свечку притулить, а? Ага. Тут, да? Ну, хоть под крышей вроде. А в лесу, вот интересно. Вот, да? Найдены прямо все скрытые факелы. Так, галерея. А галерея это что? А, это вот обои, которые можно скачать и сделать фоновым рисунком рабочего стола. В общем, я так понимаю, что надо, наверное, попрощаться. Пока-пока. А сейчас просмотрите.
Просмотрели. Ну, хорошо. До следующих встреч. Пока-пока.